Произошло, известна ли причина? Причина конкретно неизвестна. Известно, что произошло воспламенение в трансформаторе одного из компьютеров томографа. Вот это произошло. Пожар был? То есть можно подумать? Было открытое пламя в кабинете. В кабинете никто не находился, он был закрыт. В этот момент не было ни сотрудников больницы, ни пациентов. Заметили, что идет задымление через дверь, поэтому, соответственно, вызвали пожарную бригаду. Пожар был сразу локализован, пострадавших ни среди сотрудников, ни среди пациентов нет. Мы сейчас уберем последствия пожара и последствия тушения пожара, и думаю, что часа через два будем готовы к полноценной работе. А вот пациентов уже завели внутрь, они сейчас где находятся? Они по палатам их уже? Ну, они там, где должны, там и находятся, кто в смотровых, кто в палатах. Ну, вот мы чувствуем такой характерный запах. Ну, небольшой запах остается. Нормально находиться, да? То есть, в принципе, там нет задымления? Да, ну, я вот там сейчас прошел через все этажи. Там уже сейчас запаха практически нет. Конечно, раз был пожар на первом этаже, какое-то задымление, запах там, пластика горевшего немного было. Поэтому тех, кто находился на первом этаже, вывели на улицу пациентов. Частично тех, кто еще не был госпитализирован, скорые отвезли в другие стационары, так как мы разбирались, мы не понимали масштаб происходящего. Но в результате выгорело 3 квадратных метра в кабинете КТ, причем сам аппарат КТ, он огню не был подвержен. Он сейчас залит просто водой, потом будем сушить его, потом приводить в порядок. Но это один из 3 компьютерных томографов, которые есть в больнице, поэтому на оказание помощи это никак не повлияет. Но этот аппарат 2006 года выпуска. Он давно должен быть списан, по идее. Но, к сожалению, мы вынуждены на нем работать. А как так получилось, что как бы из-за него причина пожара, да, сам он не пострадал, а вокруг... То есть... Загорелся трансформатор. Я не могу сейчас вам сказать, что там причины, там напряжение какое-то, еще что-то. Загорелся трансформатор, который на стенке кабинета находился. Он от томографа отделен там 3 метрами примерно. Само помещение ремонтировать надо после этого? Насколько пострадало? Конечно. Ну, если огонь был, там все в саже, конечно. Отмывать и, наверное, косметический ремонт потребуется. А по поводу работоспособности аппарата, ну, во-первых, он 2006 года, поэтому он давно уже не работоспособен, выработал все ресурсы, которые возможны или невозможны. Но посмотрим, он высохнет, тогда инженеры приедут и будут оценку производить. А много еще оборудования 2006 года есть? Есть. Немного, наверное, но есть 2 других томографа, они более новые, но нагрузка такая, чтобы вы понимали, в сутки выполняется порядка до 200.